Так, маяки поставили, демпферную ленту по периметру уложили на раствор, керамзитом засыпали под слой 5 сантиметров пескобетона, смочили, выровняли керамзит весь, смочили маклавицы, теперь заливаем таким вот молочком. Пескобетон с гипсовой штукатуркой, чтобы он не сплывал при заливке стяжки. Вот так это происходит ковшиком. Левой рукой не очень удобно. Вот такой процесс. Интересный, увлекательный. Заливаем. Оно застывает в течение часа с добавлением гипсовой штукатурки. Без гипсовой штукатурки, конечно, подольше. Маяки уже все застыли. Они поставлены час назад. Начало 9. Будем заканчивать шуметь. Сильно нельзя уже. Все, завтра дольем это молочко. Осталось положить сетку. И можно заливать стяжку. Здесь стяжка уже готова в этой комнате. Сохнет. Завтра вытащить маяки с утра, замазать под маяком, смочить и накрыть пленкой. Все, пусть так стоит. Постепенно высыхает, набирает твердости. Такая вот работа.